Всем привет, друзья, это канал Morgan Games, мы с вами продолжаем Ведьмачка, сейчас находимся в таверне в Оксенфурте. И нам с вами надобно подготовиться к сражению с огромным монстром, который обитает здесь в канализациях, терроризирует местных. Давайте поспим, храпанем до утра, потому что с утра у нас такие более бодрые силы, больше мы делаем всего полезного, больше у нас здоровья. Все эликсиры у нас пополняются сразу, так что, что ты слышишь, что ты тут стоишь и каешь, ты... Вот взяли бы, собрали этих всех мужиков, пьяниц, сделали бы из них нормальных воинов, нормальных солдат и подправили бы на эту бестию. Сукна, и не пришлось бы мне тут манаться за их всех, отдуваться. Так, тут у нас что-то типа рынка. А каналы, походу, где-то там. Давайте, наверное, переоденемся, потому что, как мне кажется, что если спускаться в Оксенфурт, в Оксенфуртские каналы, там... Больше шансов, что мы траванемся. А у нас отличное сопротивление ядам у доспеха Тиссона. Поэтому напялим давайте пока что его. Видел уже, что у меня на прилавке? И вот так вот пойдем. А что у тебя на прилавке? Покажи. Книга у меня такая есть. Я такую уже прочитал 100 раз. Так, всякая трава, говнище какое-то. У меня тоже и пиво это есть. Блядь, чувак, ты меня ничем не удивил. Я понимаю, у тебя там, если какая-нибудь голая баба лежала на прилавке, то тогда ладно, тогда я удивился бы еще. А так у меня все эти товары есть. И куда ты прешься? Куда что, я прусь? Тебе жить уже надоело? Я бы уже давно была... Какая тебе разница, слышите? Там пидорасти. Чудище страшное сидит. Лучше от него подальше держаться. Я хочу поближе, можно? Говорят, оно уже много девок забрало. Да и воин туда не один входил, а никто не вернулся. Да ты что? Во-первых, я не девка, во-вторых, из меня воин лучше, чем из тех дрищей, которые сюда ходили. Так что сейчас все будет отлично, охуенно. Так, тихо, смотрим. Тут тупик. Опа. Не зря, не зря я сюда зашел. Даже тупики надо облазивать. Даже ты в тупиках. Сапог. Большие, похоже, мужские. Мужику-то заколдованный принц на что сдался. Даже в тупиках можно что-то поймать. Мужик, наверное, просто пидор. Тихо, тоже все сапоги. Мужик решил поцеловать принца, расколдовать его и переспать с ним. О, а здесь следы женские. Она была одна. Женщина и мужчина. Но это уже куда ближе. Так, утопец. Здрасте. До свидания. Вот сука. Вот сука. На, лови. Лови. Так, утопцы так. Побочная проблемка. Раны резаные явно от клинка. Это работа не чудища. А у кого ты раны резаные заметил? Утопцы же-то ты сам им раны резаные нанес, чувак. Или ты у этого чувака заметил? Так это тоже утопец. Это работа не чудища, значит, получается, утопцев перебили те, кто шел сюда. Чьи следы мы тут наблюдали. Ладно, это понятно. Допустим, а где они? Они хоть отсюда вышли или нет? Может, не пока там и остались? Баба и мужик шли. Двемеритовая руда, неплохо. Смотри, тут надо собирать все, что видишь, а то мало ли. Что-нибудь ценное упустим, пропустим и все. Так. Что тут у нас дальше? Канализация прям, знаешь, так очень прям похожа. Вот именно Оксенфуртская. Похожа на первую часть Ведьмака, канализация в этом, в Изиме. Прям такие вот окна затхлые, знаешь, паутина, всякая слякоть, херакать, короче. Пена на воде, ну прям шикарно. Такая отсылка прям вообще. Тихо. Не смей, слышишь? Даже не думай. Пожалуйста, не делай этого. Шани? Геральт? Что ты здесь делаешь? Пытаюсь спасти ему жизнь. Помоги мне! Шани, успокойся, он умер. Наверняка еще что-то можно сделать. Оставь его. Черт бы побрал! Все зря. Ты сделала все, что могла. Спасибо, Геральт.
Рада тебя видеть. Я тебя тоже. Потерял тебя из виду, когда уехал из Узимы. Ну, как дела? Долго рассказывать. В общем, я по-прежнему лечу людей. Открыла лечебницу здесь, в Оксенфурте. Но поскольку я гражданка Редании, то еще работаю на армию. Не страшно. Я люблю долгие истории. С удовольствием, когда мы отсюда выберемся. Так тебя сюда реданская армия направила? Или ты просто спустилась в каналы воздухом подышать? Я получила задание этим утром. Со мной был отряд солдат. Что-то напало на нас. Вот это поворот-то, слышь. Мы, короче, Шанюху встретили. Нашу старую добрую Шаню, с которой когда-то мы потрохушки-то знавали, которой мы когда-то давали, которая нам когда-то тоже давала. И Трис еще ревновала. Ну нифига себе, сотри! Как она, конечно, изменилась, но доктором как была, так и осталась. Правда, счету этого чувака нихера не спасла, но, видимо, там уже было ничем не помочь. Рад тебя видеть, Шани. Сколько лет, сколько зим. Кто на вас напал? Ты разглядела? Нет. Как только оно появилось, я побежала. Помню только, что оно было большое, плевалось ядом и как бы чавкало. А, то есть это явно не трупоед и не стая утопцев? Нет, оно было огромное. Кто-то швырнул в него факелом, но чудовище даже не заметило. Значит, не боится огня. Полезные сведения? Плевалось ядом тоже полезные сведения. Я недаром одел доспех Тисона все-таки. Этот солдат, он был твоим знакомым? Его звали Ноулс. Он пошел бы в увольнение через неделю. Теперь уже не пойдет ни он, ни остальные. А сколько их было? Целое отделение. 6 храбрых парней. Все мертвы. Зачем они послали тебя сюда? Если это, конечно, не секрет. Мне нужны образцы яда твари, что шастает по каналам. Оно не только убивает людей, которые сюда забредают, но и отравляет воду в колодцах. От этого страдают и местные жители, и солдаты. Хочешь, я попробую убить эту гадину и принести тебе образцы? Очень мило с твоей стороны, Геральт. Только я пойду с тобой. Чудовище опасно. Ты видела, что оно натворило? Я уже большая. Я справлюсь. И не нужно спорить. Ты же знаешь, я все равно сделаю по-своему. Ну ладно, будь по-твоему. Покажи мне, где оно на вас напало. Вон там. Как ты собираешься справляться? Она погнута, как от удара огромной силы. Я захлопнула ее, когда убегала. Наверное, чудище в нее шарахнуло. Хорошо, что она выдержала. А теперь нам надо найти обходной путь. Ты хочешь поискать снаружи? Я скорее надеюсь, что этот удар повредил одну из стен. Хер там. Придется как-то искать обходной путь. А вот, стена, смотри. Только, Шани, объясни сначала, как ты будешь воевать-то с этим чудовищем вместе со мной? Ты что у тебя там за оружие? Пипетка, что ли? Что ты будешь в жопу ему закапывать? Вряд ли это будет хорошая идея. Давай сюда, пошли, я расчистил. Да? Пизда, пошли. Осторожно, чудище все еще может быть где-то здесь. Где-то здесь, оно явно где-то здесь. Оно, наверное, даже знает, что мы здесь, так что надо быть вообще тем более осторожными. Шани, а с тобой? Ты ж ходишь, блядь, и чавкаешь своими сапогами. Иди по моим следам, я иду всяко аккуратнее, чем ты. А тут что? Ну, что-то я тоже уже чавкать начал. Тоже кто-то валяется. Еще один трупец. Еще трупец. И там он трупцы. Пацаны, чё вы такие неаккуратные все, а? Это солдаты из твоей охраны? Да, они. Верн, Никлас. Бедные ребята. Чудище с ними не цацкалось. Они спасли мне жизнь. С нами оно тоже цацкаться не будет. Так что, Шани, лучше подумай. Может, повернешь обратно, слышь? Ты их знала? С этим я познакомилась сегодня утром.
А с Верном мы служили еще под Дорианом. Миклос завербовался только в июле. Мне очень жаль. Когда ты убьешь чудовище, надо будет прислать сюда кого-нибудь, чтобы забрать их и похоронить. Я думал, ты скажешь, надо будет помянуть их. Так, блин, мы с тобой можем и сейчас помянуть. Хотя нет, лучше давай после чудовища, потому что сейчас нам лучше трезвыми быть. Иначе пиздец нам. Так что же тут случилось? Мы пришли сюда, и Миклос стал осматривать следы, когда на нас напали утопцы. Ребята быстро с ними управились, но Франц получил по ноге. Мы отстали от остальных, и я занялась перевязкой. Нол стоял на страже. Вдруг появилось чудище. Нолс оттолкнул меня в сторону выхода, а сам бросился в бой. Я оглянулась и увидела, что он лежит на земле весь в чем-то клейком. Когда я вернулась, я оттащила его туда, где ты нас нашел. А чудовище? Миклос и Верн отвлекли его на себя. И дорого за это заплатили. Но ты все-таки видела, кто на вас напал? Все случилось так быстро, я не успела рассмотреть. Я видела его только сзади. Оно было большое и склизкое. Да жаба, это понятно, блин. Ну, конечно, Нолс и Миклос молодцы, зато перед бабой нормально выебнулись. Ну и что, что погибли, зато, слышь, покрасоваться успели. Надо здесь осмотреться. Тот, кого ты перевязывала, здесь? Франц? Я его тут не вижу. Думаешь, чудовище его утащило? Может быть. Наверное, оно приползло оттуда или убежало туда. Глубоко тут. Нижний уровень каналов закрыт. Но у Верна, командира отряда, был универсальный ключ. Ладно, я его поищу. Все, Шани, давай, оставайся тут. Что такое? Это где? А ключ там, что ли? Это ж, походу, Верн бежит. Так, а ну отдай. Ключ к воротам канализации, приказ Риданской армии. Я нашел ключ. Это здорово. Пойдем. Ща, подожди, почитаю. Приказ такой-то издан Альбрехтом Хокенхоллом. Капитан Верн Паллок и его отряд должны направиться в каналы Аксенфурта, где они будут сопровождать полевого медика Шани на ее задании по добыче образцов яда, распространяемого существом, которое там обитает и отравляет наши запасы воды. Им приказывается убить оное существо при первой возможности. Ну да, че, убили. 20 раз. Так, дальше пойдем куда? Дальше нам, походу, куда-то сюда. На нижний уровень каналов. В городе ходит легенда, будто это чудовище. На самом деле принц, превращенный в жабу. Я слышала. Много женщин на это купилось. Придушило бы того, кто распускает такие сплетни. Значит, ты в это не веришь? Я изучала медицину, а не литературу. И в сказки не верю уже давно. Пошли и давай. Я тоже в сказки особо не верю. Шани, лишь бы нам это с тобой помогло. Тьют, блин. Я, смотри, я тоже красавец. Защитил бабу и сам получил ранение. Два уже ранения получил. Три, походу, нет? Нет, два таки. Тихо. Тут топцы, блин, сколько вас тут? Сюда выходи. Приныкались там. На. Я с вами цацкаться не буду. Ух, нихера себе, окружили нас. О, тихо, надо выбираться из этого окружения. Тихо, спокойно, аккуратно. Давай факел уберем пока. Нам он сейчас незачем. Сучки, да смотри, что делают эти утопцы. Вот тут блюдки. Тихо, пали. Нехорошо. Хорош. Тихо, два осталось. Шани, пипетку давай свою, где она там у тебя? Помогало бы, а то в стене стоит, только подсвечивается имя твое. Вот что она со мной пошла? Чтоб стоять вдалеке и кричать, типа, браво, Геральт, молодец, я в тебя верю. Мне это поможет, Шани? Мне вряд ли это поможет. Ждала бы ты где-нибудь меня наверху в Аксенфурте. Я потом вернулся бы, тебе все рассказал бы. Так нет, за хер ты сюда пришла? Так, тихо. Ой, Шани, лучше туда не ходи. Иначе хана.
И что у нас тут? Зачем я сюда пришел? Спрашивается. А вот что у этого чувака можно забрать? Сушеная рыбеха. Опа! Женщина лет 30. Странно. Нет никаких ран. Умерла от истощения, пытаясь убежать. Страшная смерть. Страшная смерть. Шаня, уйди отсюда. Блин, из-за тебя я слышу... Я специально далеко отошел от тебя и поближе к этой херне, чтобы не напасть на эту цель, на Шане, блин, на которую нельзя напасть. И чтобы раздолбать этот пар огнем. Из-за тебя меня задело, ты понимаешь? Ты мешаешься под рукой, Шани. Шани, берегись, в сторону. Вот именно, Шани, пока я на тебя отвлекаюсь, пока ору, берегись, меня уже кусают. Тихо. Спокойно. Убили. Мерзкие твари. Ты в порядке? Да. Смотри, там Франц. Скорее то, что от него осталось. Что за тварь могла такое сделать? Ну как кто, принц? Здесь порядочно утопцев. Это что-нибудь значит? Чудовище явно на них не нападает. Может быть, то, что здесь рыщет, живет с ними в каком-нибудь симбиозе? Интересно. Что? Франц был ранен в ногу, так? Угу, немного выше колена. И чем-то обработала его рану? Только продезинфицировала спиртом. А в чем дело? Смотри, похоже, чудовище откусило Францу эту ногу. Остальные тела остались целы, не считая ран, полученных в бою. Ты хочешь сказать, чудовищу нравится алкоголь? Ага, смешанный с кровью. Это уже интересно. Тут мы уже ничего не высмотрим. Надо найти логово. Я с тобой. Короче, нас впереди ожидает жаба-алкоголик. Странный запах. Алкоголь, кровь. Еще воняет чудовище. Оно должно быть проходило здесь. Ну, пошли искать. Кто не спрятался, я не виноват. Несчастная. Пришла сюда расколдовать принца. Не нашла ничего, кроме ужасной смерти. Ага, поцеловала. Он принц ее, походу, поцеловал, что слюнями к стене прибил. Нормальный такой принц. Засосик хороший был, походу. Шани, берегись! Эй! Опять, блин, Шани! Вот отвлекаешь ты меня на свои «берегись, не берегись». Если бы я тут сам был, я бы тут больше бы развернулся, бы как-то тут не отступал бы, как-то, не знаю. Просто знаю, что ты еще там где-то сзади пасешься, я не могу нормально откатиться, чтобы тебя не сшибить. Не могу нормально мечом махать, чтобы тебе случайно Шани голову не отрезать. Понимаешь? Так что лучше давай, иди, возвращайся. Где она уже делась? А, ты тут. Ой, Шани, Шани. Так. Ну-ка, ну-ка. Шкура белого волка, слиток, понятно. Это мы видели. След ведет куда-то туда. А тут у нас чего? Это выход, что ли? Судя по всему, выход. Там тоже утопцы. Шани, берегись, в сторону. Ах, вы меня задрали, ребята. Я просто... На! О, отлично! Правда, это мало чем помогло. Если утопцы там в этом газе не были в это время. Но ничего. А смотри. Тело практически не тронуто, покрыто слизью наполовину. Надеюсь, бедняга не мучился. Блин, факел, Геральт! Шани, вали от этого газа, сейчас задохнешься нахер. Я тебя предупреждал, не ходи тут вообще, не надо тебе сюда идти, зачем? Чудовище ушло через этот канал. Мы здесь не пройдем, надо поискать другую дорогу. Ну иди ищи, раз ты тут, что от тебя толку? Так, Шани, давай ищи дорогу, я буду оббирать все, а ты ищи. Почему, блядь, ты на меня надеешься? Если ты тут, то давай как-то решай тоже сама, что-то командуй. А, нам походу сюда, да? Окей. Шани, берегись. Сразу заранее тебе говорю. Чтоб потом Геральта не мучить. Тихо.
Тут тоже, смотри, коконы. Прямо до хрена. Вот же какая-то бестия, слышь, похитила столько людей. Пригвоздила к стенам. Риданский вояка. Похоже, решил убить чудовище своими руками. Все тут глупцы, кто нарвался на эту монстрятину. Кроме меня, конечно. Я то его по-любому убил. Полно убитых утопцев. Странно. Я думала, что чудовище их не трогает. Наверное, до тех пор, пока они сами держатся от него подальше. Должно быть, мы уже близко к логову. Да мы уже, походу, в логове. Разлагающиеся тела, слизь повсюду, это вонь. Должно быть, мы в логове. Свежая. Бестия была здесь совсем недавно. Возьму образец. Здесь сходятся все трубы и коридоры. Что теперь? Нужно заманить тварь сюда. Как? Если ты не знаешь, что это за чудовище. Но я знаю, что оно любит спирт, смешанный с кровью. А у меня как раз есть немного спиртного. Шани, давай, бум, ты же пей. Не собираешься пораниться, чтобы... Успокойся. Здесь полно тел, использую одно из них. Я думал, мы Шани лучше напоим. Ну чё, она зря с нами, что ли, пошла? Давай напоим, короче, Шани, пошлем туда, и пускай будет приманкой. Все равно мы ее в обиду не дадим. Тебе хватит того образца? Надеюсь. Но еще хочу взять образец свежего яда, когда ты убьешь чудовище. Для противоядия? Зачем оно, если чудище будет мертво? У меня есть пациенты с отравлением. Им лекарство точно пригодится. А прочие образцы я исследую. Кто знает, какие у них свойства. За работу. В бою я тебе не помогу, а вот после могу пригодиться. Поищу какое-нибудь укрытие. Лучше дождись меня наверху или возвращайся к себе. Но... Никаких «но». Если хочешь, можешь подождать в коридоре, но как только появится чудовище... Беги на поверхность. Ладно. Шани, смотри на меня. Обещай, что убежишь. Обещаю. Хорошо. А теперь прячься. Береги себя, Геральт. А чё ты сразу мужика не включил, слышь? Надо было еще раньше, до утопцев, мужика включать, сказать: Шани, пиздуй наверх. И все. И так еще взглядом на нее так посмотреть, скоситься. И она уйдет. Ушла бы. Нет. Надо было Шани, может, давай наверх, а может, а Шани такая: нихуя, Геральт. Поувереннее надо быть, ведьмак. Это мне все очень напоминает ситуацию с Кейроном со второй части. Что-то вот такое мы уже проходили, там тоже образцы яда собирали. Не понравилось. Но это такой, знаешь, именно вот реальный ведьмачий контракт. Чем-то даже напоминает вот его контракт из первой части, когда там канализацию спускался. Вот что-то такое прям вообще ностальгия. Так, Геральт, тихо, только не усни. Ёшкин кот! Ты хера себе! Жабёха! Смотри, какой у неё ротяра! Здорово! Привет, блядь! Жаба, охуенно! Короче, контракт на жабу. Сохраниться можно? Не, нельзя, охуеть! Чё нам делать? Тихо! На, сука! Подожгли, нормально, она огня боится! Смотри, вся в бородавках! Главное, чтобы она сейчас на нас не сцеканула, а то будем, блядь...
мы тоже все в бородавках. У этой жабы, скорее всего, от нее такие будут бородавки, что и лица видно не будет. Из-за них. Размером с голову будут бородавки. Тихо. Тихо-тихо, жаба, не сцикни на меня. Блин, что-то она забирает здоровье. Еще и прыгает так. Охереть. Зато мы от яда охуенно защищены, потому что нам не доспех Тисана. Это мы, конечно, хорошо придумали, что поставили себе его. Блин, она напрыгивает, нифига себе. Тихо-тихо-тихо-тихо. Она на, хорош. Красава, Геральт. Только что-то меч ее как-то слабовато берет. Надо больше пользоваться знаками. Только вот огонь же говорила Шани, она к нему неуязвима. Но я что-то вот смотрю, два раза подпалил ее. И огонь нормально так действует вроде или нет? Или мне показалось? Она же походу поджигалась, нет? Может какие-то бомбы поставить? Ну подожди, давай бомбы попытаемся. У нас есть отличный улучшенный северный ветер. Кстати, можно попытаться им херануть. О, а теперь давай, пока она не разморозилась, давай, херач. О, о, вот так, молодчик. Еще разок давай. Так, подходи, подкатывайся. Тут надо сильными ударами любить. Тогда все будет окей. Ой, бляха, тихо. Сучка. Нихера себе принц. Кто тебя такого целовать-то осмелится? Это принц бомжей, скорее всего. У тебя там богатство есть хоть, принц? Не считая твоих бородавок на жопе и на спине. Тихо-тихо. Может, это вообще не принц? Может, это баба? Жаба же, а не жаб. Тихо-тихо-тихо. О, начинается. Вот этот яд на меня не действует, так что зря ты пытаешься. Лучше давай языком там что-нибудь, еще прыгай на меня. Я тебе подсказываю, как меня убить. Жаба, у тебя нихера не получается. Бляха-тихо. Сейчас допиздимся. Тихо-тихо-тихо. Спокойно, отлично. Наноси удар, Геральт. Опа! Тихо-тихо. Пол хп снесли. Неплохо. Но все равно еще пока недостаточно хорошо. А ну прыгай. Блин! Пробивает. Причем с первого раза пробивает мне Квен. Давай еще раз северным ветром киданем. А ну на. Давай наноси. Еще разок. Хорош. Тихо. Спокойно. Опа, опа. Давай. Давай. Так. Огнем. Это, конечно, мало помогает. На. Хорош. Меч уже поломали, сука. Иди сюда, принц. Тихо. Блин, я весь уже в дерьме из-за тебя. Наш принц прыгает, разбрызгивает говнище мне на морду. И на доспех. Дри! Тихо, тихо, тихо. Блин, что-то как-то совсем плохо все. Сейчас всем все очень прям плохо. Надо ставить себе срочно квен. Надо снова пить. Запиваться. Атаку, атаку, в атаку, в атаку, в атаку, Геральт. В атаку, просто в атаку. Ну ее нахер, эту жабу, в атаку. Давай, давай. Аккуратно. В атаку. Ты прикинь, какие надо мухи, чтобы эту жабу прокормить. Она, блядь, уже с мух выросла, она, блядь, уже людей жрет. Чем-то этот квест немножко похож на квест, когда мы Риггера убивали в первом Ведьмаке. Тоже в канализации было такое существо, типа со щупальцами. И тоже такой довольно плотный, сложный бой. Но с жабой довольно все кинематографичнее, довольно все более быстро. Более ловчее и прикольнее даже, я бы сказал. На! Да квакалась ты, скотина. На, сейчас все бородавки твои поотрезают. Тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо. Да зараза! Когда ж ты уже сдохнешь-то, ну? Сколько тебя бить? Ту-ту-ту, подожди! Она сыт, тихо-тихо. Спокойно. Иди напрыгивай на меня, давай. Смотри, как смотрит. Такая рожа прикольная. Здорово, ну чё ты, чевиха, давай прыгай. На! Сука. Чё, не достала? На! Блин, не надо рыгать на меня, ты чё? Чё ты ела на завтрак сегодня? О, хорош. Завалили. Ох, нифига себе.
Геральт, фу, блин. Походу реально в бородавках весь будешь с утра. Пойдешь к Ворожке выводить. Или к Йеннифер, чтоб сняла их с тебя. Нихера себе. Нихера себе. Опа, так это реально был мужик. Ну, слышь, ты не раскисай, на тебе ж доспех Тиксона, ты чё, он же ж на яд-то не обращает внимания, ты как так? Это что за хач? Это афирцы, что ли? Чё ты пиздишь, переведи хоть. Гадаларшай вухт. Сейчас в хуюх тебе как дам? Нифига себе, хачи меня раздели, что ли? И что они со мной делали все это время? Немного позже. Так, Геральт, проверь свой зад. Целый? Что? Что происходит? А, наконец-то ты очнулся. Еще и говоришь по-человечески. Я уж думал, что всю дорогу так и буду разговаривать с собственным отражением в параше. Что за... Где это я? На Альбатросе. Или скорее на Фагбархиле, на этом их чудном языке. Плывем в Афир. Не припомню, что вы записывался в матросы. Да нет, брат, это они тебя сами сюда прописали. Ты, говорят, убил их принца. Ты был афирский принц, типа жаба? Ебать его в рот, это мы попали. Точно, жаба из каналов. Похоже, мне еще повезло, что не убили меня на месте. Это как посмотреть. Я немного знаю афирский и слышал, как они говорили, будто их король послал сюда, чтобы найти и расколдовать принца. Они поклялись ему своей честью и честью своих семей на 5 поколений, что привезут его живым и здоровым. А я его убил. Прекрасно. И теперь они сочли делом чести доставить убийцу принца предсветлые очи короля. Нормально, короче, прикинь, теперь весь Афир против нас ополчился. Надо срочно уровень качать и их афирские доспехи их одевать, чтобы они своего нас считали. Блин, капец, вот это мы попали. А чё же это, блядь, когда они в канализацию-то были, эти хачи? Они ж там ошивались в этой канализации, неужели, блядь, не могли сами с ним справиться и снять проклятие? Ждали, пока я его убью, не нападали, блин, ждали, чтобы, не знаю, как-то странное их поведение, вообще нелогичное какое-то. А потом выбежали такие, типа, а, халя, все, халюн, махалюн, типа, забирайте его нахуй. И, блядь, все, капец, я, как обычно, в жопе. Ну, а ты кто такой? Филиппе Калагранде. Мелкий вор, профессиональный шулер, а в свободное время экскурсовод по Оксенфурту. Вашим услугам. А ты-то почему тут? Тоже убил какого-то принца? По их мнению, я к этому причастен. Они наняли меня проводником, а я привел их в каналы, когда ты уже распорол брюхо этому их королевичу. Ну, прости. Да ты ни при чем. Я ведь мог бы сидеть ровно в алхимии и играть себе в гвинт, вместо того, чтобы похваляться, что знаю Оксенфурт как свои 5 пальцев. Давно мы отошли от берега? Хрен его знает. Нет, наверное, не так давно. Хотя, может быть... Да какая разница? Большая. Если меня должны казнить, то я особо не тороплюсь. А я, в общем, даже рад, что плыву в Афир. Говорят, у них там белые кони в черную полоску. Всегда хотел посмотреть. Может быть, это черные кони в белую полоску? Не, черные в белую полоску в Занвибаре. Это я точно знаю. Эти кони потом в задницу отымеют. Посмотришь потом на них. Со мной была девушка, рыжеволосая медичка. Ее тоже схватили? Я там никого не видел, кроме тебя. Ты был один? Хорошо. Значит, все-таки убежала. Надеюсь, она добралась до дома. Вот реально, понял? Потому что с девками надо иногда мужика включать. Понял? Сказал тебе, пиздуй наверх. Все, Шани услышала, Шани поняла, Шани сразу пошла, даже молча, ничего не сказала, глазки опустила, такая, типа, хорошо, Геральт, я буду тебя ждать голая в домике там напротив там такого-то здания в Оксенфурте. Ты понял, короче, намек? Все, отлично.
А не надо было сразу тогда и говорить, типа, что, типа, Шани, там, не, давай, может, ты наверх, а может, ты это, Геральт, ну, ты же мужик, вот, вот в следующий раз всегда так говори, понял? Все, надеюсь, понял. Ты пробовал отсюда выбраться? А то, употребил все свое обаяние, да только зря. Видно, плохо я знаю афирский. Я вообще не знаю. Мы будем плыть, наверное, с месяц. Могу тебя поучить. Элькаль Орьялле! Что он говорит? Велел нам заткнуться. Произошло недоразумение. Я могу поговорить с капитаном? Эляль Сохан! Галаветкар Уальбатагель! Молчи, собака, ты убил принца и ответишь за это. Гилиам Валар, Куарвер Эпене. Если бы решил я, ты был бы уже мертв. Ревагернерам Эахар. Право мести принадлежит не нам, а королю. Мы поклялись честью. Как сказать, отведите меня к капитану? Вальт Алехе Уль Эгула. Как? Эльхай! Эльхай, блядь. Сам свой борт жри. Вальт. Конская залупа. Я, блядь, не знаю, что нажимать. Давай вот так нажмем. Хер его знает. Алеге ур эгеллет. Эйхай ур эхиль ур герен. Походу, его только что нахуй послал. Чё ему сказал? Чего? Слышь, ты, залупа конская. Что случилось? Что он сказал? Вернись. Чтобы ты тихо сидел. И что через две недели будешь висеть. А потом добавил. Посмотрим, кто будет смеяться последним. Почему? Что я сказал? Ты выдал что-то вроде «хочу танцевать его нос». Ерунда. Прекрасно. Ну, отлично. Успокойся. Что с ними болтать? Знай себе, курлычат злобно, да надуваются. Ты заметил? Как те рыбы? Как их? Как же они называются? А тут нет никого, кто говорит на всеобщем. Есть с ними наемник, похожий на Айдирнца. Это он меня нанял, чтобы я показал им каналы. Да еще я слышал, как их главный, чародей, на нем разговаривал. Только вряд ли они станут с тобой болтать. Ладно, хватит языком молоть. Ты лучше вздремни немного. У нас впереди долгий путь. Да поспишь тут, блин. Хочу танцевать его нос. Я тут, блядь... Мне спать не хочется. Зато очень хочется, чтобы здесь был кто-то, с кем можно договориться. Чуть не сказал, хочу сосать твой хуй. Приветствую, Геральт. Помнишь меня? Опа. Гюнтер Одим, конечно. Помню. Мы встречались в Белом саду. Ты... Гюнтер Одим, по прозвищу господин Зеркало. Я помог тебе найти Йеннифер. Да помог. Я сам ее нашел. А теперь вот снова встретились, и, похоже, тебе снова нужна моя помощь. Я слышал, тебе грозит петля. Если только ты не умрешь раньше от здешней кормежки. Я еще не пробовал. Выглядит неважно. Так же, как и твои перспективы. Я бы мог попытаться тебя отсюда вытащить. Ты ведь хочешь отсюда выбраться, правда? Хочу. Да только что ты можешь? О, больше, чем ты думаешь. Я помогу тебе, Геральт. Но я должен быть уверен, что ты меня потом отблагодаришь. Ясно. Ничего не бывает. Ничего. В конце концов, я ведь купец. Ну как, хочешь, чтобы я тебе помог? Хочу. По рукам. Когда все кончится, ищи меня в полночь на распутье под Ивами, у деревни Янтры. Дай-ка я тебе кое-что оставлю, чтобы ты обо мне не забыл. Нихера себе. Черт, что это? Это знак, что мы теперь союзники. Мне шрама одного мало, блядь. С кем разговариваешь? Да, ни с кем. Никогда не любил плавать.
Чёртова качка, а у меня морская болезнь. Эх, вот можно было бы так проспать весь рейс и... Тихо. Я на шторм не подписывался. Теперь мое жалование возрастает. Помоги нам добраться до Афира, и король щедро тебя вознаградит. Что с узником? Мы должны доставить его королю, и клянусь честью, что так оно и будет. А мы не можем просто привести его голову вашему королю, как того второго. Тот утонул, и мы ничего не могли сделать, а этого мы доставим живым. Кроме того, я хочу посмотреть казнь, которую король ему приготовит. Блин, Другалёк! За убийство наследника престола полагается искупать в смоле, содрать кожу и четвертовать. Мамку твою четвертую, понял, пиздюк? Опа, выхватил меч, давай работай, Геральт, работай, давай, отрабатывай, хорош! Вот этот коротко, тихо, давай, блядь, о, ха-ха, сейчас ты у меня получишь, сука. Держи. Взял. О, этот хач. Да ты, падла, на мою жопу покушался. Бородатый хер. Смотри, сколько у меня шрамов теперь. Я вам сейчас всех уделаю, я понял, я сейчас всем втащу. Нападаем, ребята, все, блядь, вместе, давайте. Афирский маг, нихера себе маг. На, чтобы не колдовал, тихо, тихо. А то кто такой? Что? Этот хач, верховный, что ли, маг какой-то? Это, короче, маги ихние, нихера себе, я думал, это просто воины с копьями. Только что-то эти маги нихера не колдуют. Спокойно, на-ка, подгори. Вот это нихера себе схваточка потная, вот это мне нравится. Блин, тут стихиями херачат какими-то. Геральт, аккуратно. Тихо-тихо, давай, хлопцы, давайте за мной все. Давайте вот туда, пожалуйста, пожалуйте туда. Сейчас там будет открытая местность. Там я вам быстро пизды вставлю. Давайте сюда, хорош. Пизди, блядь, размахался, на. На, сука, на, говорю, на. Ох, блядь, вот этот бородатый пиздюк вообще просто мне мешает. Смотри, он песком меня засыпает, это афирский маг. Где он? Тварюка такая, на, ай ты, сука. Чё творит-то, смотри. А ну на. Да нихера себе, он телепортируется, я тоже так хочу. Как я тебе попаду, если ты, блядь, телепортируешься вечно? Слышь, как его убить? Давай сперва разберемся с этим щитником, а потом уже с тем магом. Слышь ты, биомусор, на. На, сука, на. О, хорош. А теперь с тобой давай поговорим. А ну, сволочь, держи. Нифига себе, он плотный. Вот это, вот это у него защита. Эй. Имерте и хуерте. На, давай. Получай, распиши. Собака. У меня тоже арт, кстати говоря, есть. Давай сейчас знаками будем его херачить. На, сволочь. Эо, подгори. Красава, Геральт, молодец. Сейчас давай ардом тебя ебать. Ну, куда ты? Куда пошел? Я здесь, старик. Лысая ты скотина. Блять, надо что-то пить, надо что-то есть, надо зажраться, запиваться. У, давай, нажимай. Ласточку пей, хорош. Ф, отлично. Квен, наноси. Ха-ха-ха, ах ты, блять, мамку твою ебал, понял? Афирский ты хуй. Ах ты, блять, нихера себе. Заколупал ты меня, бородатая гнида. Я твоей бородой буду жопу подтирать, понял? О! Вот так! Обезглавил, как ты моего другана. Собака. Собаки, вот собачья смерть. Бриллиант зато стырил. Бриллиант моих очей. Письмо афирского купца. Вернер, Фернер, Пернер, как бы тебя ни звали. Недоступно моему пониманию, по какой причине благороднейший королевский чародей Аамат выбрал из всех людей на свете именно тебя в качестве проводника. Аргумент, что ты лучше знаешь местность, не выглядит для меня ни на волос убедительным. Ведь Айдир имеет столько же общего с Риданией, как Зеркания с Афиром, а именно Ничлоу. Но поскольку решения благороднейшего не обсуждаются, я прошу тебя передать ему послание следующего содержания.
Мы стоим лагерем неподалеку от деревни Брановец. Во исполнение указаний, полученных при дворе Его Величества, мы делимся нашими знаниями и товарами с местными простолюдинами. К прискорбию, мои прогнозы насчет их интеллектуального уровня подтвердились стократно, поэтому я вновь нижайше прошу разрешения продвинуться дальше к городским поселениям, где наши знания и опыт ценят по достоинству. С поклонником Дилакхамани. Сука ты такая, вот тебя как звали, на тебя пну еще на тебя, блять, сволочь, насру еще сверху. Все. Эфирский ятаган. Это я тебе отвечаю, я же тебе говорил еще тогда в пещере, в канализации точнее, что это эфирские воины. У них он, видишь, какие эфирские доспехи, скорее всего, я тоже буду такие носить потом. А это что за кабан? Ладно, неважно. Кораблекрушение мы потерпели. Эфирский кафтан. Кстати, а что у нас, они вещи наши забрали, что ли, все? Не, вещи у нас тут, спокуха, все нормально. Может, кстати, кафтанчик сафирский одеть пока что на время. Он, кстати, защищает от чего-то хоть? Защищает, в принципе. А доспехи как защищают? А доспехи что-то как-то не знаю. А, доспехи немножко лучше, конечно, но так не настолько, чтобы прям вообще. В принципе, неплохо, чё. Коль уж мы играем, блин, в эфирскую эту, в эфирское дополнение, будем эфирский кафтан носить пока что. А там потом дальше посмотрим. Так мы смотри, мы потерпели кораблекрушение у этого. У берегов Новиграда, в принципе. Мы ничего не отплыли так нормально. Мы плыли, получается, от Аксенфурта, да? То есть мы откуда-то отсюда плыли, от Аксенфуртского порта сюда как-то выплывали. Через Новиград плыли и плыли туда дальше в Афир, скорее всего. И потерпели кораблекрушение у Журавлиного мыса. Тут неподалеку. В принципе, неплохо. Давайте пойдем посмотрим, что там на корабле. Сейчас, кстати, надо меч немножко починить, потому что у нас как бы он уже износился. Давай вот так. Подожди, это что? Это мастерский серебряный меч. Это у нас стальной меч. Афирский ятаган. Все правильно. Давайте починим и тот, и этот. И так, и вот так. Тот мы об жабу затупили, а этот затупили об этих хачей афирцев. Сволочи, надеюсь, они меня реально взад не поимели, а то что-то чешется немножко. Может, просто от того, что давно не подмывался. Кстати, об этом, надо немножко походить, подмыться здесь. А ну давай, Геральт. А то как-то в грязи. Сидели там в этой темнице, клетке. Все, нормалек. А ну погодь, может реально там какие-то ценности афирские есть? У них в трюме. А ну-ка, пацаны, что тут прятали? Он, походу, сюда не забирается, да? Ну ладно. Раз нету, то на нет и сюда нет. Там у нас лодка, на ней, в принципе, я смогу добраться до Новиграда. Тогда уж. А потом дальше оттуда уже пойдем в деревню Янтру. И там в полночь надо встретиться с господином Зеркала, с Гюнтером Адимом. На распутье. Чё он там нам скажет? Мы ж, блядь, не знаю, мы заключили с ним какую-то сделку, типа, как с дьяволом, реально. Он, может, он и есть дьявол, типа. У него откуда-то магия, какие-то способности есть. Там мы огонь зажигали, помню. Оставил нам татуху в виде еще большего такого шрама на все еблище. Капец, как будто у меня реально шрамов мало. Серьезно. Так теперь еще буду носить эту татушку, блин, до того момента, когда, наверное, скорее всего, не исполню то, что я должен этому Гюнтеру. Это просто жесть. А лодка, походу, это наша, наверное, была. Мы на ней тогда и сюда и причаливали. Давайте тогда отплывать. Только что-то я вижу, мы застряли тут, да? Ладно, тогда я уже от этого, от маяка, там, от быстрого перемещения перемещусь тогда в деревню Янтра. И там уже будем разбираться в следующей серии с этим Гюнтером. Что там он от нас запросит? Что-то я немножко сыкот на что он поручит нам. Опа, рыбачок. А, мы ж правильно, мы ж тут, походу, что-то зачищали, и тут теперь поселение. Тут теперь люди у маяка живут. Ну и, в принципе, неплохо. Что-то высматривает. Ребята, если вы зайдете повыше, открою вам секрет, там обзор будет лучше. Так что давайте. Все. А мы пока что будем прощаться. Вот, разобрались мы с афирцами. Надеюсь, что они еще не поприсылают по нашу жопу наемных убийц, потому что все возможно. Мы из-таки принца афирского грохнули. Ты приколи, мы грохнули наследника престола Афира. И это просто, ну, мы теперь всеобщая цель. Просто для афирских наемников мы лакомое блюдо. За нашу голову, наверное, назначена просто безбашенная награда. Так что как бы нам тут без своей башни-то не остаться.
будем на это надеяться. Пока что оставайтесь с нами, с вами был Морган и Геральт из Ривии. Подписывайтесь, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь на Инстаграм. Всем удачи, всем до новых встреч и всем пока-пока. Вот так, да, все, пока.